Во дворце спортивного комплекса имени Гамида Гамидова прошло ежегодное первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров. Более 250 участников вольной борьбы в 10 весовых категориях на протяжении 2 дней оспаривали награды и путевки на первенство России, которое пройдет в следующем месяце во Владикавказе. Прибывшие участники с различных уголков Северокавказского федерального округа боролись за звание лучших, но не всем удалось занять достойные призовые места. Организаторами данного турнира по вольной борьбе являются Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан, Федерация вольной борьбы в республике, а также при поддержке муниципалитета города. Открывая мероприятие, глава хоссовета Зайнудин Акмазов поприветствовал всех гостей города и пожелал участникам честной борьбы и ярких побед. Хасавюрт всегда с радушием готов встретить гостей города. В спорткомплексе имени Гамида Гамидова очень часто проходят соревнования самого разного характера и видов спорта. Это говорит о высоком организационном уровне проведения подобных мероприятий. В официальной части открытия первенства участие приняли глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, первый заместитель министра спорта Республики Дагестан Зайнал Салауддинов, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Хасавюрт Магомедали Гази Магомедов, руководители региональных сборных и другие официальные лица. По словам главного судьи турнира, подготовленность участников к соревнованиям на высшем уровне. Несмотря на достойных соперников, каждый из вольников показал свой наилучший результат, продолжив, что целью проводимых соревнований является привитие интереса молодежи к данному виду спорта. Всегда Хасавюрт славится своим готовым к любым мероприятиям, проведению любого уровня соревнований, и тот же межконтинентальный кубок. Поэтому я уже знаю, как проводится, и уже ехал с тем, что здесь ответственность за любое мероприятие несут люди, которые здесь живут, работают в этом зале, в этом городе. Поэтому очень приятно всегда сюда приезжать. И с любой ситуации, любой проблемы, которая справляется буквально считанные минуты. На первенстве России по вольной борьбе во Владикавказе примут участие около сотни вольников, завоевавшие почетные призовые места на первенстве СКФО. По словам присутствующих, спортивные мероприятия такого масштаба в Хасавюрте проводятся на систематическом уровне, что делает город одним из спортивных на территории всего Дагестана.